В рамках третьей глобальной недели безопасности дорожного движения и в преддверии 70-летия Великой Победы юидовцы из Пушкина, Красноармейска и Ивантеевки устроили тематический автопробег по мемориалам района. Город огласили лозунги о правилах дорожного движения. Далее юные инспекторы отправились в Пушкино, где у Вечного огня прочитали стихи о войне. Закончился автопробег в школьном музее гимназии номер 6. Всего в акции приняли участие 15 юидовцев из трех городов.